С приходом тепла жизнь в городе кипит с утроенной силой. С каждым днем, приближающим лето, горожане все больше времени проводят в общественных местах. В череде быстротечных дней главным остается вопрос безопасности. На территории нашего округа успешно продолжается внедрение системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Уже установлено 4500 камер, а в этом году планируется ввести в эксплуатацию еще более 400. Благодаря этим камерам весь город как на ладони. Видеозаписи с них могут просматривать сотрудники полиции, ФСБ, МЧС, а также специалисты администрации муниципалитета. Камерами безопасного региона оборудуют не только общественные места, но и подъезды многоквартирных домов. По количеству камер, установленных на входных группах, Щелково находится на лидирующем месте среди всех муниципальных образований Московской области. Сейчас таких камер, следящих за безопасностью во дворах жилых домов, более 2500. Реализация указанных мероприятий нам позволяет снизить количество квартирных краж, количество разбойных нападений, которые происходят во дворах. Также наш городской округ оперативно раскрывает и документирует совершенные преступления благодаря видеокамерам. Так, например, вы все слышали о преступнике-маньяке, который ходил и брызгал какой-то неизвестной жидкостью наших граждан. Благодаря камерам подъездного видеонаблюдения происшествие было зафиксировано. Оперативники быстро отработали по видеокамерам преступника. Ну и в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий он был задержан, и в отношении него возбуждено уголовное дело. Видеокамерами оснащают наиболее криминогенные места, откуда чаще всего поступают жалобы о тех или иных правонарушениях. Поэтому с каждым годом растет число преступлений, раскрытых при помощи видеокамер системы «Безопасный регион». Так, в прошлом году раскрыли 70 преступлений, а в этом году уже более 150. Виктория Мельник, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.